Отопительный сезон еще продолжается, а в администрации города уже приступили к подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. В мэрии прошло совещание по подготовке города к будущей зиме. Глава Армавира Андрей Харченко вместе с представителями коммунальных служб и ответственными за социальные учреждения определил проблемные участки и планы по решению имеющихся вопросов. В этом году в Армавире будет продолжена работа по замене аварийных теплотрасс и других инженерных сетей. Предстоит установить новое оборудование в котельных там, где это необходимо. На совещании подчеркнули, что текущий отопительный сезон город прошел относительно благополучно. Как отметили в жилищной инспекции, количество жалоб населения на услуги, связанные с отоплением жилья, ежегодно уменьшается. Так, в этом отопительном сезоне их стало на 12% меньше. Напомнили на совещании и об ответственности самих собственников жилья за готовность многоквартирных домов к холодам и о мерах по энергосбережению, которые они должны принимать.